геолокации. Сейчас кто может сказать, где это около Дербента, около там. Дербент раньше считался вообще четвертой частью Армении. Поэтому, когда мы читаем историю средневековую, что-то Абари, что Ибн Касир, Бидайон Нихая, и что Захаби, когда мы их читаем, они не говорят, что Дагестан. Они говорят, что было отправлено войско в Армению. Потому что Дагестан, часть Дагестана считалась Арменией. Угу. Это многие старые средневековые историки и путешественники пишут так. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.